It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. И я хотела бы вас поздравить с наступающим 2014 годом, но буду делать это не одна. На самом деле, это необыкновенное видео, и с кем я вас буду поздравлять, вы узнаете совсем-совсем скоро, через пару минут. Но тем временем я поздравлю со своей елочкой вас всех вместе с наступающим 2014 годом, и хотела вас спросить, как у вас прошел 2013? Не знаю, как у вас, для меня он был довольно буйный. Наверное, другого слова я даже не подберу, потому что то я всплывала на гребне волны, то я очень падала. И поэтому из этого 2013 года я, может, извлекла пару уроков, но так как со мной случилось очень много хороших вещей, то все хорошее, что со мной приключилось, я хочу взять с собой в 2014 год. А все плохое я оставлю уже в этом году, потому что я точно знаю, что мои интересные проекты я буду дальше продолжать. Те, которые у меня в мыслях сделать, я их обязательно сделаю. И я знаю, что в этом году я буду полностью позитивной, в принципе, как и в каждом году, но в этом, наверное, еще больше. И мне бы хотелось вам пожелать вам, вашим близким, друзьям, себе и моим близким, моей семье и друзьям, пожелать крепкого здоровья, которое не купишь за деньги, некоторые могут уже за деньги исправить, но купить уже невозможно. Пожелать вам счастья, пожелать вам уюта, чтобы у вас в доме всегда было тепло и уютно, чтобы горел очаг любви, чтобы вы дарили любовь окружающим, чтобы они дарили вам ее взамен, и чтобы мы друг другу всегда помогали, поддерживали. Я желаю вам всего-всего самого наилучшего и исполнение заветных желаний. Под Новый год действительно случаются чудеса. И я очень давно мечтала о одной встрече, которая, кстати, недавно сбылась. И вы станете свидетелями этой встречи. Вот. Также, потому что, конечно же, следует видео, вы ссылочку узнаете, я здесь напишу кое-где. И говорю вам, что мы встречаемся совсем-совсем скоро уже. В 2014 году. Алло? Можно заходить, то есть он во дворе, но мы сейчас выйдем. Давай так. Тогда сейчас выходим. Тогда. Я тоже такие люблю.